Чисто. Чисто. Класс. Так, осталось 3 преступника. Знаешь, а вдруг получится? Вик Ковак мне нравится больше Джейка Пиральты. Ах, да, Ковак. Давай, найдем того, кто убил мою сестру, испортил мне жизнь и все такое. Тебя же обманули и оставили умирать. Неужели ты запомнила? И неужели сначала было без мертвой сестры? Это намного эмоциональнее. Пиральта, нам пришли данные, что заложники в комнате 409. Вас понял. Мне нравится запах свежей краски. Напоминает о частых переездах в детстве. Не болтай, а то ты нас выдашь. Берегись! Вот блин! Пронесло. У тебя краска на волосах. Все, хватит. Я зла на тебя. О, боже. Я думала, что дождусь своей смерти, но оказывается, я могу сдохнуть в любом случайном коридоре. Так что ты не пригласил меня на свадьбу, и мне обидно. Мы же друзья. Прости, просто Вивиан решила, что было бы странно приглашать тебя, поскольку я, был по уши влюблен в тебя или вроде того. Ничего, я понимаю. Спасибо, что его пристрелил. Ага. Не за что. Не за что? Ты только что человека убил, а ведь у него была семья. Заложники здесь. Судя по данным, там несколько вооруженных преступников. Дождетесь подмоги? Нет времени, минута, чтобы побить рекорд. Я захожу. Не волнуйся, у меня есть хитрый план. Я сдамся. Что? Доверься мне. Или нет, все равно сделаю. Полиция, не стрелять! Я пришел сдаться. Отпустите заложников и возьмите меня. Ни за что. Бросай оружие. Понял. Пальцы не на курке. Я спокойно положу пистолеты перед собой. Спокойно опущу. О, твою ж. Терри, время. 18 минут 28 секунд. Вы побили рекорд. Да, класс. Поздравляю. Благодарю, пожилая дама. Всегда пожалуйста. Вот и он. Джейк, красавчик. Рекорд наш. Джейк, это потрясающе. Зацените наши призы. Класс. Жертва. Не могу поверить, что ты принял совет Скали. Ты пошел вверх тормашками? Я называю это так, потому что оружие вверх тормашками. Да, Скали, я пошел вверх тормашками, и вы все забудете, что я это сделал. А я не забуду. Ты выглядел так глупо. Отлично себя чувствую. Почти хочется остаться серьезным, но потом я думаю... Сиськи, попа, сиськи. А к черту. Ну что, пошли? С меня выпивка. Да, класс. Погнали, 9-9. Вообще-то, Тедди пригласил меня на ужин. Может, я потом к вам присоединюсь? А, понял. Ладно, хорошо. Да. Сиськи, попа, сиськи, к черту.